Завершил свою работу окружной этап конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов. Впервые его финал проходил в Ульяновске. Возглавлял экспертное жюри сам Геннадий Шаталов, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Идет некая синергия регионов в объединении, в создании межрегиональных туристических маршрутов, объединении их под одним таким вот поступали в движение вперед. Это очень важно, с учетом того, все-таки мы всегда говорим, что нужно более акцентировать внимание на соседних регионах, работать больше с потенциальными туристами соседних регионов, не ждать, когда кто-то к вам приедет. Два дня за победу боролись 117 проектов из 16 регионов России. Море эмоций, волнение, надежда на победу переполняли участников мероприятия. Многие из них в Ульяновске были впервые. Гости с удовольствием делились своими впечатлениями. Конечно, замечательный Ульяновск. Очень хочется пожелать ему активного развития в сфере туризма. Много хороших гостей, не только китайских, но и российских, и из близлежащих регионов, из Москвы, из Санкт-Петербурга. У вас есть что посмотреть, у вас есть чем похвалиться, это здорово. По итогам окружного этапа конкурса 4 ульяновских экскурсионных маршрута заняли первые места в разных номинациях. Среди них и 2 совместных проекта музея-заповедника Родина Ленина и Ленинского мемориала. Это Ульяновск-Красный маршрут и Изнанка. Это профессиональное признание людей, профессионалов в сфере туризма, туристических операторов, людей, которые знают все в этом деле от и до, которые нас штудировали, спрашивали, проверяли. Поэтому это такой своеобразный экзамен на дальнейший успех. Знаем, хорошо мы свое дело или нет. Знаем хорошо. Общенациональный финал премии 2017 пройдет в Казани 1 и 2 ноября. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».